На аварийной шахте под Луганском подняли на поверхность тело 4-го погибшего. В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники российского МЧС. С просьбой помочь обратились власти самопровозглашенной ЛНР, где нет оборудования, необходимого для таких работ. Причиной ЧП предположительно стал взрыв метана. Он произошел на глубине в 300 метров. В тот момент под землей находились 17 человек. Судьба 13 остается неизвестной. Сейчас горно-спасатели укрепляют породу, чтобы можно было осмотреть все выработки.